ну, не так просто меня разговорить. Вы это сумели сделать, и я вам за это очень благодарен. Что я даю интервью вам? Я так. даю интервью для того, чтобы поделиться своим досвідом. Я вважаю, что мы, ті, хто чогось досягли в своєму житті, ми повинні поділитися тим, щоб передати це молодим. Тобі необхідно бути публічним, прежде всего, для защиты собственного имени. Сьогодні ім'я очень дорого стоїть. Чорний піар, заказушні речі можуть убити твій бізнес. Поэтому сьогодні займатися бізнесом большим, все обязаны следить за своим имиджем. Что такое имидж? Это быть открытым. И мне интервью очень понравилось, потому что там нет ничего неконструктивного, там нет ничего, скажем, ненужного. Всю информацию, которая, про вопросы, по которым мне задавали, она действительно нужна людям. И я с удовольствием ей поделился. За вами судьбы тех, кто останется здесь. И чем больше вы опылите среду свою такого мелкого и среднего бизнеса, тем больше их верующих в Украину останется. А на этом этапе нам нужны верующие. А мы все-таки должны, наверное, должны откровенно показывать свои кейсы и свои достижения, которыми можно поделиться. Может быть, кому-то будет интересно, а может быть, кому-то это поможет реализоваться в жизни, принять свои важные решения и достичь чего-то вдохновляющего.